Нерасчищенные дороги, тротуары, подходы к зданиям нередко становятся причиной переломов у людей. Гололед, склон, сильный накат возле почтового отделения по улице Дзержинского в Ахе привел к резкому падению молодой девушки. Через боль она встала и отправилась дальше, но со временем боль становилась все сильнее и, как выяснилось, неспроста. Я, получается, у второго входа, где у нас находится доставка, я упала. Когда пришла домой, вроде не обратила внимания, вроде думала, пройдет. Но на следующий день я просто не смогла встать на ногу. Сестра мне вызвала скорую, и все, мы приехали в больницу, оказалось, что у меня тройной перелом ноги. Девушке потребовалось медицинское оперативное вмешательство. Теперь ей длительное время придется находиться дома, оставаясь нетрудоспособной. А ведь у Анастасии трое детей, которым также необходима здоровая мама. Кто виноват в случившемся? На чьей ответственности данный участок? Расчистка территории около почтовых отделений не входит в обязанности муниципальных служб. Практически все подходы к отделениям Почты России в Ахе не расчищены. Узенькая тропинка, автомобильные накаты, трудные переходы. Почему ситуация сложилась таким образом? К сожалению, руководство Тымовского почтампа, в ведении которого ахинские отделения, комментировать ситуацию отказалось.